Всем привет, меня зовут Евгений, и сегодня у нас вот такая вот замечательная фара. Тюнинг сделан в Мариуполе 4 года назад. Ну, настал момент, когда из 4 линз на машине работает только одна. Пытаюсь разобраться. Короче говоря, блоки целые. Пока не разбирался, почему нет питания на один из блоков, то есть они отдельным жгутом кинули питание на один блок на фаре и один конец родной. Это еще такое себе, ну, электрика бывает, там масса, плюс предок перегорел, еще что-то. Но люди, зачем вы это делаете? Ну, мало того, что отверстие, вот пыльник был, сверху просто замазали вот STP-шкой. Ну, это вообще трэш полный. И взять, вставить сюда в линзу трехдюймовую аж 7-ю лампочку. Ну ладно, бог с ним, вы вставили лампочку. Зачем замазывать вот это вот? Вот этим. Вы понимаете смысл вообще? Теперь мне, чтобы поменять лампочку, ну она не работает, она реально светит каким-то оранжевым светом и мерцает. Теперь мне, чтобы это поменять, мне надо вот выковырять эту всю херню. Вот аж 7-й цоколь. Взять, всунуть в D2S. Ну, на крайняк, если неудобно тут переходник ставить, можно припаяться к контактам на D2S лампе. То есть вот эти вот разъемы можно зачистить и припаять на контакты к D2S лампе. Я уже так делал. И в принципе это работает. Там, спустя год человек приехал, я ему перепаял 2 провода на лампочке, поменял и поехали. Проблема в том, что ну, нету, допустим, места, чтобы когда гайку затягиваешь, которая лампу прижимает, нету места, чтобы одеть разъем уже сюда. То есть толстый слой вот здесь отражателя, как бы резьбы не хватает на самой линзе. Я такое делал, припаивал провода. Но зачем вставлять в D2S линзу под D2S лампу аж 7-ю? Люди, не делайте так, пожалуйста. Я вас умоляю. Ну, в общем, на этом все. Всем спасибо за внимание.